Всем доброго времени суток, Bitcoin Cloud Mining Center снова рад приветствовать вас на своем официальном канале. Данное видео записывается в рамках рубрики «Высокодоходные инвестиции». Сегодня у нас на обзоре проект Bitwise. И особенность данного проекта в том, что есть возможность вывода депозита в любой момент. То есть вы можете инвестировать любую предполагаемую сумму и в любой момент вывести депозит. Более подробно вы можете изучить, перейдя на сам проект. Ссылка на проект будет внизу в описании к видео или на странице нашего мониторинга в соответствующем разделе. Перейдя по ссылке, опустившись ниже, мы видим три тарифных плана нам предоставляется к рассмотрению, а именно 3,8% в день, 4,2% в день и 5% в день. Соответственно, по каждому тарифному плану разные возможности по депозитам, а именно по первому тарифному плану минимальная сумма инвестиций составляет от 100 тысяч сатош до 3 биткоинов. Как мы видим, депозит можно вывести в любой момент, но с комиссией 10%. По второму же тарифному плану минимальная сумма депозита от 3 биткоинов до 10, но депозит уже можно вывести с комиссией 5% всего лишь. И по третьему тарифному плану, скажем так, самый интересный, но самый недоступный, можно так сказать, минимальная сумма инвестиций от 10 битков и без лимит. Соответственно, вывести можно в любой момент без какой-либо комиссии. Давайте на примере, если мы входим по первому тарифному плану, ну, допустим, минимальной суммы инвестиций. Соответственно, для того, чтобы вывести депозит и при этом отбить потерю на выводе, нам необходимо как минимум 3 дня, чтобы наш депозит работал. И тем самым мы за 3 дня только отбиваем комиссию на вывод. Именно комиссия на вывод по депозиту. По начислениям выводить вы можете в любой момент, выплаты инстант и вывод без каких-либо комиссий. Соответственно, если 10 дней держать депозит на данном тарифном плане, то мы заработаем 38%, которые мы выведем. И при потере на выводе депозита 10%, итого чистыми получится у нас 28%. Соответственно, по второму тарифному плану все то же самое, но за минусом потерь всего лишь 5%. А если предположить, что вы инвестируете от 10 битков, то, соответственно, продержав депозит всего лишь один день, вы заработаете 5% и можете вывести депозит без каких-либо потерь. По крайней мере, так заявлено в регламенте данного проекта. В данном проекте также заявлено, что каждому пользователю на баланс после 25 октября будет начислена сумма, эквивалентная в биткоинах, а именно форка Bitcoin Gold. Более подробно описано непосредственно в самом кабинете. Далее вы можете изучить в верхнем меню в разделе FAQ интересующие вас вопросы, а именно минимальная сумма депозита, минимальная сумма вывода и много других ответов. И после принятия инвестиционного решения на главной странице нажать кнопку Synapse и пройти несложную регистрацию. А именно заполняете поля ваше имя, ваш юзернейм, то есть вставляете ваш логин, e-mail адрес, подтверждаете e-mail адрес, пароль, подтверждаете пароль и ваш биткоин адрес, на который вы будете выводить заработанные средства и, соответственно, тело депозита. После чего соглашаетесь с условиями и рисками и нажимаете зарегистрироваться. После регистрации вы можете войти в свой аккаунт по вашей учетной записи. На главной странице нажимаете логин, вставляете ваши регистрационные данные и войти в кабинет. Обратите внимание, главная страница, как и во многих инвестиционных проектах, отображает всю финансовую информацию, активный депозит, аккаунт баланс, это сумма, доступная для вывода, общая сумма заработанных средств и более подробная финансовая информация. Чуть ниже отображается ваша реферальная ссылка. Меню кабинета находится с левой стороны. Информация по Bitcoin Gold, вы можете перейти во вкладку соответствующую и, воспользовавшись переводчиком, ознакомиться с подробной информацией. А именно в двух словах, 25 октября будет очередное раздвоение биткоина, вследствие чего должен появиться очередной форк Bitcoin Gold. И, соответственно, исходя из регламента данного проекта, сумма, эквивалентная ваших инвестиций в биткоин, будет начислена вам на баланс в Bitcoin Gold. Ну а нам лишь остается дождаться данной даты и посмотреть, как это все будет реализовано. Далее по вкладках Make Deposit. В данной вкладке вы можете сделать инвестицию. Тарифный план выбирается автоматически, исходя из суммы инвестиций. Например, вставляете предполагаемую сумму инвестиций, выбираете пункт «Инвестировать с биткоин»,
По умолчанию у вас он будет доступен только один вариант. Второй вариант доступен, когда у вас уже на балансе есть заработанные средства для того, чтобы вы могли сделать реинвест, так называемый. Нажимаете кнопку Spend, и для вас будет сгенерирован биткоин-адрес, на который вам необходимо перевести сумму, указанную в созданной вами заявке. Спустя 3 подтверждения биткоин-сети средства поступят вам на баланс и будут отображаться в активных депозитах, после чего ежедневно вы будете зарабатывать, исходя из ваших тарифных планов. Во вкладке «Ваши депозиты» отображается информация по депозитам вашим, депозит «История», история по депозитам, earning history – это история начислений и фактически вся финансовая история по вашему аккаунту, а именно депозит, начисления. Также здесь будут отображаться реферальные начисления, и отсортировать вы можете путем выбора данного меню. По вкладке «Withdraw» вы можете заказать выплату, выбираете метод вывода биткоин, в данном случае доступен только биткоин, но возможно с 25 числа в перспективе будет доступен еще и вывод биткоин голд. Вводите сумму, которую вы планируете вывести, но не ниже минимальной. Комментарий по желанию и нажимаете request. После чего средства поступят на ваш биткоин кошелек без вычета каких-либо комиссий. Также ниже по вкладке Withdraw History будет отображаться история ваших выводов. Во вкладке ваши рефералы, статистика по реферальной программе, соответственно реферал линк, промо материалы, редактировать аккаунт и выйти с аккаунта. Обратите внимание, во вкладке ваши депозиты по кнопке Release вы можете вывести ваш непосредственный депозит на ваш аккаунт баланс. После чего уже с аккаунт баланса вы выводите средства на биткоин кошелек. В рамках же тестирования данного проекта нашим мониторингом внесена сумма 3 миллиона 400 тысяч сатош. И отслеживать статистику по платежеспособности данного проекта вы можете в соответствующем разделе нашего мониторинга, выбрав тот или иной проект, опустившись ниже, отслеживать все платежи по данному проекту в рамках нашего мониторинга. Также мы рекомендуем вам зарегистрироваться на мониторинге, чтобы иметь возможность оставлять комментарии в любом разделе, включать уведомления о смене статуса того или иного проекта и получать рассылки по всем актуальным инвестиционным программам и промо-акциям в рамках нашего мониторинга и не только. Ну и от имени администрации мониторинга желаю вам огромных профитов и до связи в следующем видео.